перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Айо, мы в прямом эфире с мистером Шамой. Йоу, ребят, всем привет. Вы мои котята, вы мои ребятята. Йоу, Москва. Москва, мистер Шама. Кроп, йоу. Прямой эфир, крошка. Половина подобачены богатей, грубо говоря, Денис. А где Денис-то? Москва, встречай легенду русского рока. Прилетели, да. Угу. Угу. Тюльпан мастерица, ребят. Тюльпан сделан полностью. Вот там стоит. Тюльпан почти готов. Это офигенно, наоборот, я люблю слышать. Йоу. Мы прилетели. Здесь детки, пацаны. Я старый, больной пес. Дёс, привет, дёс. Я в Москве, ребят. Сегодня съемки клипа с елкой, со звонким. Увижу этих легенд живую, пожму руку. Может, даже в щеку поцелую кого-то. Звонкого, скорее всего. Альбом вот-вот дропну, ребят, его мастерят. Все песни готовы. Фиточки для моих ребятят. Спасибо всем, кто был с нами. Люблю вас, ребят. Люблю вас. Все нервы истратили, все. Было немного, они закончились. Было немного, последние нервы человека сразу, что мама не бесила. Ребят, я снова с вами. Привет. А что, куда ты меня ведешь? Сюда. Зачем? Ну вот, давай сюда. Ребят, ну жесть у нас, короче. Водитель перепутал аэропорт. Придется его ждать еще несколько часов в аэропорту. Это жесть, ребят. Это жесть. Здорово, брат. Да, я в Москве. Жестоко, ребят. Витёчек, привет, брат. Все хорошо с Викой. Да не мой, это Рома. Ребят, сейчас альбом. Дропну альбом сейчас. Посмотрим. Полетаю. Короче, жесть. Жесть. Бегемот в шоке сидит голодный. Бля, ты говоришь, бегемот голодный. Жестоко, ребят, жестоко. Я думал, мы сейчас приедем. Тачка подъезжает, я как легенда. Сажусь в нее с пацанами. Едем. Получилось, что мы ждем водилу. Колечек, привет, брат. Саню Шаблия встретил в аэропорту, Коль. Поговорили, кто круче, Фергюсон или Хабиб. Ладно, ребят, поехал я по делам. Куплю сейчас какой-нибудь блинчик себе, наверное, с колбаской. Который дороже Ростова в аэропорту. Лучше ЦГБ ростовского, ребят, ничего нет. Олег Овчарова из Зернограда, привет.
Такие дела, ребят. Давайте 400 человек набираю и все, ухожу. Ухожу. Если сейчас 400 набирается в эфире, то делаю реально сейчас что-то. Что делаешь? Ну, такое что-то интимное более. Горячее. Перченое. Короче, жестоко, ребят, жестоко. Я не хотел этого. Вы тоже.